Добрый день, дорогие друзья! Добрый день! И мы сегодня приглашаем вас на наше коллективное погружение, которое называется «Здоровье 2.0». Если вы помните, наши погружения достаточно результативны. Мы получаем много сообщений, какая-то часть уже даже есть опубликованная в интернете, о том, что у человека изменилось здоровье, изменилось там, ушли аллергии, ушли раздражения, где-то с экземами пошли изменения, у кого-то вообще они поуходили, месячный цикл установился у женщин, это вот вообще, как правило, гормональный фон изменился и так далее. То есть мы неплохо так освоили уже коллективное погружение, и в этот раз снова мы будем грузиться по здоровью. Мы помогаем работать вам, вы делаете то, что мы говорим, и в вашей голове, в коллективном поле происходят те изменения, которые должны происходить, которые ведут к улучшению здоровья. И коллективное поле вам помогает в этом. Да. И в данном случае коллективное погружение – это еще тренировка. Это великолепный трансовый опыт, когда вы учитесь работать самостоятельно под нашим руководством. То есть одновременно вы и обучаетесь, и тренируетесь, и берете психотехническую базу, и одновременно вы работаете со своим здоровьем или здоровьем того человека, который вам близок. Для того, чтобы участвовать, надо зайти на платформу Sabrition, зарегистрироваться, оплатить и принять участие в назначенное время. Что значит в назначенное время? Смотрите, на платформе участвуют люди с разных стран. И, соответственно, они видят те часовые пояса, в которых они находятся. И им платформа подсказывает, во сколько надо подключиться. Помните, что по Москве мы начинаем в 20 часов. А это значит, что вы сами можете воспользоваться услугами платформы, посмотреть время, во сколько вам надо подключиться и начать работать, либо же сопоставить самим время и в назначенное время в вашем часовом поясе выйти на связь. Потому что у нас часто возникают вопросы, типа, я пришел в 20 часов, а вас там не было. У вас запись остается в кабинете, она будет ваша, это открытый доступ будет для вас, для тех, кто участвовал. Даже если вы потом самостоятельно будете работать без нас, это все равно возможно, это работа, как у вас будет возможность тренироваться. Но если вы не пришли в назначенное время, то это то же самое, что на вокзале. Вы не скажете поезду, поезд, я же сидел здесь, ждал тебя, а ты уехал без меня. Да? Просто надо подключиться в нужное время. Специально делаю акцент, потому что возникают вопросы вплоть до манипуляций. Не проходит. Вам надо прийти в назначенное время. Кроме того, вам надо придумать то заболевание, с которым вы будете работать. А для этого вы берете то, что вас беспокоит. Например, у вас в теле есть много разных проблем, да, но есть проблемы типа заболевания щитовидной железы, эндокринная система, это, кажется, важное заболевание, да, а есть геморрой. Как вы думаете, что вас будет беспокоить больше? Правильно. Вот, значит, берете локомотивом то, что вас беспокоит, да, а уже ваша щитовидная железа поедет поездом. И поедет поездом то, что беспокоит меньше. Тело само знает, у тела есть свой интеллект, да, интеллект тела, и он сам знает, в каком приоритете расставлять результаты работы. Но локомотив вы выбираете тот, который доставляет вам максимально дискомфортное состояние. Заболевания типа депрессивных, психических расстройств и так далее лучше на коллективное погружение не брать. Это лучше индивидуальная консультация. А вот на коллективное погружение берутся болезни тела. Да? Ну, в принципе, все, наверное, из важного. Да. И будем работать. Сегодня в 20 часов у нас будет коллективное погружение «Здоровье 2.0». Если вам это интересно, подключайтесь, будем работать вместе. До встречи. До встречи.